Ведаете, впервые в жизни я проголосовала за себя. Поглядите, я насупраць своего имя и прозвище поставила знак перемоги. Сегодня часто запытываются, что мы, я, вы, Татьяна Караткевич, что наша команда думает про наш шанец перемогчи. Я хочу сказать очень просто. Это двухзначная лічба и перемога. И другий тур. Сегодня отбывается, что это будет залежать от того, насколько сумленно подлічаць. Але я все ж таки упомнила, что у нас наперед шмат працы, что у нас есть силы для того, как и дзейнічаць, и заставаться у политики. Нас чекает поспех. Сегодня важный момент для нашей страны. Это момент, когда Беларусь может сделать крок наперед и начать развиваться. Только так. Татьяна Караткевич.